Во Влах эвакуируют автомобили, мешающие очистке улиц от снега. Православные во Влах отметили один из главных христианских праздников – Рождество Христово. Исерге пенсионерларына компьютер билим алуу турунда сертификат тапшырдылар. В последние дни новогодних каникул навалило много снега, и у коммунальщиков района началась самая горячая пора. На улицах города вовсю работает снегоуборочная техника, можно увидеть и тех, кто кидает снег вручную. После обильных снегопадов жилищники стараются вовремя убирать снег с проезжей части. Но есть проблема – очистки от снега мешают некоторые автолюбители. Получается, жители хотят, чтобы на улицах и во дворах города было чисто, но сами же препятствуют этому. Несмотря на то, что на основных улицах во Влах установлены знаки, предупреждающие о запрете парковки машин с 7 утра до 7 вечера, все еще есть автолюбители, которых эти знаки как будто бы и не касаются. Паркуются авто и во дворах многоквартирных домов, что также мешает снегоуборочной технике. Особенно часто такое происходит во дворах домов по улице Пушкина 21, Островского 5, Сайдашева 23А и 24. По словам инженера общества «Жилсервис» Алсу Хальфульдинова, автолюбители дома по улице Сайдашева 24 ставят свои машины там, где расположены канализационные люки, коллекторные колодцы. Тем самым препятствуют и работе водоканала. Есть и те, кто паркует автомобили прямо перед подъездами и не оставляют прохода детским коляскам. Ежедневно уборкой снега в Бавлах занимаются десятки снегоуборочных машин управления по благоустройству и озеленению, а также предприятий, за которыми закреплены дворы многоэтажек. 18-й год как начали, в конце наших, скажем, выходных выпала очень хорошая масса снега. Как мы планировали и подготавливали жилищников, и которые обслуживают дороги, благоустройство, все откликнулись очень даже хорошо. Все, я хочу сказать, даже все руководители, кого мы начали обзванивать 8 числа, все были на местах, все были в рабочем режиме. Жилищники, которые у нас обслуживают 159 домов в городе, у нас получается 5 ООшек, которые обслуживают вот эти дома и дворы, они все имеют по одной единице техники, которые очищают наши дворы. На сегодняшний день вот мы проехались во всех дворах, доступность есть, дороги есть, но есть такой, скажем, препятствие, которое жители ставят машины и мешает уборке снега. Тем же самым, то, что убирается вот у нас благоустройство, в самом городе у нас протяженность дорог 112 километров. Те, которые они обслуживают улицы, и 165 километров тротуаров. На сегодняшний день тоже есть затрудненности по улицам города, где ставят и оставляют машины на проезжей части, так как оно мешает уборке снега. Хотя мы в 17 году оборудовали те участки, которые были проблемные, они и заранее. Теми знаками, которые в течение дня с 7 утра до 19:00 вечера, чтобы не ставили машины, и знак «Эвакуатор» там тоже висит. Мы сейчас начнем прорабатывать с отделением ГИБДД, чтобы они расчищали вот эти машины, чтобы был доступ техники очищать наши дороги. Сегодня сотрудники ГИБДД уже приступили к эвакуации автомобилей, препятствующих работе снегоуборочной техники. Работа по эвакуации автомобилей, мешающих работе снегоуборочной техники, будет продолжаться и дальше. Поэтому хотим напомнить автолюбителям, если не хотите застать свое авто на штрафстоянке, паркуйте его в положенном месте. Отметим, на сегодняшний день работниками управления по благоустройству с улиц города вывезено на специализированный полигон более 400 кубов снега. Айгуль Хусейнова, Артем Артемьев, Айдар Гарафутдинов, БРТ.